Спрос на зарубежные туры в Красноярске обвалился до минимума за последние 10-15 лет. Лето рост курса доллара и санкции сделали невозможным для многих горожан отдых в других странах. Спрос на путевки упал на 70-80%. Выехать в популярную Турцию, Дубай, Египет или Таиланд можно, но дорого и рискованно. При этом отдых внутри России дорожает. Многие отели раскуплены на месяцы вперед. О перспективах туризма перед большим отпускным сезоном расскажет Виталий Поляков. Он сейчас в студии. Виталий, сколько сейчас стоит тур и куда можно улететь? Юрий, ты абсолютно права, что сейчас все с зарубежным отдыхом не так просто. Российские авиакомпании сейчас просто боятся выпускать свои самолеты за границу, потому что там их могут арестовать. Плюс подорожавший доллар, плюс дефицит валюты в обменниках, плюс закрытое небо Европы и риск столкнуться с негативным отношением российским гражданам там, то есть за рубежом. Ведь понятно, что из-за спецоперации в Украине многие там к нашим гражданам относятся, ну, наверное, не совсем позитивно. И все это снижает спрос сейчас на зарубежный отдых. Из оставшегося самое популярное направление, впрочем, как и обычно, Турция. Там дешевле всего, в Египте чуть-чуть подороже. Таиланд от 100 тысяч рублей и лететь придется через Дубай. Еще дороже Шри-Ланка и Мальдивы. И, конечно, нужно иметь в виду, что чартеров из Красноярска за границу нет. К путевке нужно добавлять стоимость перелета или переезда до Москвы. Турция начинается от 40 тысяч на человека, при условии, что это питание все включено. Египет у нас тоже идет на базе питания все включено. И стоимость начинается от 50 тысяч на человека. Эмираты примерно в таком же ценовом диапазоне. Мальдивы где-то от 150, Шри-Ланка примерно от 100 тысяч. В Крым многие наши эксперты в этом году не рекомендуют ехать по соображениям безопасности. Все-таки пока боевые действия идут неподалеку от полуострова. С Черноморским побережьем вообще все не так просто, поскольку многие аэропорты юга закрыты из-за спецоперации. Открыта пока только воздушная гавань Сочи, и спрос на это направление ажиотажный. Многие отели уже раскуплены, цены выросли. Есть еще Абхазия, о ней турагенты говорят, как уже о российской территории, хоть это и не так, но зато туда доступен прямой рейс из Красноярска. Цены на отдых там ниже, чем в Турции и Сочи. Все самые лучшие гостиницы продаются с бешеной скоростью. Допустим, по Абхазии самые лучшие, самые чистые гостиницы, они уже стоят на стопе до сентября месяца. Их уже выкупили туристы. Это не останавливает. Аэропорты откроют, мы бронируем. Конечно, нужно учитывать, что большинство горожан будет отдыхать либо на даче, либо не покидая Сибири. Стоит приглянуться к Алтаю, Байкалу, плато Путорана. Есть туры в Енисейск, по югу Красноярского края, Шушенская, Ергаки, Борус, СШГС. Места замечательные, но одна проблема – удобство. Не забудьте прихватить палатку. У нас есть достаточно серьезный дефицит, связанный с качественной гостиничной инфраструктурой. Мы понимаем, что у нас в основном гостиницы такой три звезды, они в городе Красноярске сосредоточены, поэтому сейчас ведется такая активная работа с инвесторами, с привлечением их в эти территории, которые я перечислила, пока там инфраструктура порой оставляет желать лучшего. В общем, условия для туризма в этом году будут не самыми привлекательными. Не стоит забывать и про ковидную угрозу, ведь многие страны впускают только привитых туристов. Например, Иран. Еще вчера мало кто думал об отдыхе в этой стране, но Персия хотя бы открыта. Туда есть прямые рейсы из Москвы. Или, например, Афганистан. Первый самолет туда планирует вылететь 25 апреля. Перелет туда будет стоить как недельный отдых в том же Сочи. Но зато потом, если вернетесь, будет что рассказать. Юля?